Всем привет! Вы на канале Фордмаг, и сегодня в этом выпуске реакции мы с вами заценим новую подборочку от Брюна и снова постараемся удержать всю свою волю в кулаке и не засмеяться. Надеюсь, что Брюн в этот раз очень хорошо постарался, потому что я подготовился. На самом деле, ни хрена, я нифига не готовился. Блин, до сих пор себя ловлю на мысли, что сколько бы я ни смотрел различных подборок от самых разных ютуберов, но до сих пор Брюн является настоящим королем качественных и смешных подборок, серьезно. Я даже смотрел от зарубежных авторов, но, по-моему, даже они не могут приблизиться к качеству Брюна. Да, некоторые подумают, что я его сейчас перехваливаю. Ладненько, делаем лицевые мышцы прочными, как камень, сдерживаем улыбку, как на замке, и держимся до самого конца. До самого конца. Честно говоря, я даже не знаю, что там такого будет, но... Черт, на превьюхе фем-версия Соника возбужденная. Да, правило 34 просто идеально работает. Ну что ж, не будем тянуть, поехали! 3, 2, 1, погнали! Какой доброжелательный хоровод. Хочу себе такой свитшотик. Ах, лёгок на помине. Так, все, держимся. Услуги ЖКХ, кредиты и налоги ты оплати. Есть претензии? Да, есть. Это было великолепно. Чего, блядь? Ни хрена себе фонтанчик. Тачка, телепорт, Скайрим. Быстро достать 1000 рублей. Очень просто. Ой, да идите нахрен! Слабо кончилось это дерьмо. Daft Punk отдыхают. Охрененный шлем. Хочешь про команду? Какой рейтинг? Да похуй на эти цифры, я на антимаге стабильно 20-й бэфчик выношу. Поэтому в идеале мне бы в Liquid. Можно, конечно, и в LGD, но я по-китайски нихуй не всу. Сама определит себе оценку. Ну-ка. Что там? Ребят, короче, вышло только что. Вышла, короче, только за свой магазин. И, короче, без такого комплимента сказали, уже не так приятно на самом деле. Какая женщина встречается нечасто, не каждому дано ее любить. О, камон! Какого хрена? А Джон идет. Здорово. Салемец СБ.
Я же тебя уже много раз просил, ты можешь нормально общаться? Священный господин, крутой нагрыш. Так, честно, нахуй пошел. Ксюш, а сколько у тебя до меня было? У меня до тебя никого не было. Ну, по крайней мере, сегодня. Ух, окей. Могли бы хотя бы изоленты заклеить. О, блин, какой же это потрясающий момент. Вот он, настоящий первый мститель. Ноль. Часто. Не скучно? Очень не скучно, очень, очень весело и интересно. Иржана появилась тёлочка. Даже у Иржана. Задумайся, что ты делаешь не так, если, конечно, не побачимся. И чёрт под конец, да вашу ж мать! А фак! Ну что ж, ребята, чёрт, всё-таки я не выдержал, причём под самый конец. Эх, позор мне. Но должен признать, подборочка была сделана реально очень достойно, много действительно ржачных моментов, на которых я практически сорвался. Да, она, конечно, не такая смешная, как предыдущие работы Брюна, но все равно это было намного лучше, чем половина работ, которые выкладывают, причем с кучей рекламы. Но все равно, блин, Адмирал Икс, камон, чувак, 1xBet лучше. Держался же, держался до самого конца, но черт возьми, Ержан сломал меня. Ержан взял и сломал меня. Иржан, сука, за что? В общем и целом, ставлю Брюну за данную подборочку огромный респект. И ржачный лайк, реально подборочка была сделана очень круто, но все-таки она была менее смешной, чем предыдущие видео. Так что, Брюн, за качеством следи. А на этом, думаю, все. Всем спасибо за внимание, подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, обязательно рекомендуйте видео для следующих выпусков, жмякайте на кнопку колокольчика и подписывайтесь на канал Брюна. Всем удачи и... всем пока!